Так, ну нашли мы место, где он его кушал. Володя молодец, он у нас охотник. Ага. А ты видишь? А видишь? А, это кров, я думал. Да. Вот видите, Володя даже нашел то место. Съел он его всего. Полностью. Нема даже ни косточки. Ни косточки нема. Да. Или, так он даже, не, смотри, он даже... Цвет, смотри. А то, что ты, что мы мазали. Ага. Значит, голову можно смело, он голову съедал. Мы ты с волку нашли голову. Вот место, где он покушал. Где он покушал? А смотри, сначала он вот сюда сел, видишь? Да, гля, Андрюха. Он, может, она выскочила, да. Вот он, видишь, ля, вот смотри, вот машина стоит тут, ну сколько, 100 метров, да, Андрюха? И до этого 100. Да. И, ну, в общем, да, он отнес 250 метров максимум от дома Володи. Метров 150, наверное. Да, ну вот нашли мы местечко, где он покушал, нашли его. Твой дом на той стороне далеко, то я уже забыл. Ты усть сюда, вот он когда стоит. Угу. Теперь будем его лечить. Да, все. Да, даже и не так он съедает, перо, смотри, это маховые. Ты гля, ну, живой, здоровый, бля, маховые более. Съедает, перо. Володя, а сколько по времени вот это? Це було десь полтретя, без 20, отак. Я десь без 24 час пройшов, думаю, час. Ти сразу не пішов, да? А що я піду? Ну да, ти ще вас пугаєш, да. От, он молодец, а я всегда спішив, понял? Я вот раз и спешу, а он раз и перелетал. Да, ну да. Да. Нема ничего, вот и крылья, блядь, видно, бачишь? Ой, да, мы... получается, и крылья целиком пожрал. Блядь, все пожрал. И хвост сожрал. Нема, две какие-то перьины, голову абсолютно здоровую. А кто жрал? И бегом. Ну, я в течение получаса не успел. Сожрал, да. Ничего же не мешало, ни собак не было. Любой, ну, ну я ж спустя його замітив, не сам там голову шукати, ну копця надо, він на вірочку сів, а бачу, що він же ж сидить от так от, гайдається, а думаю, ну сука, то я ще перелетів, потім третій раз перелетів, дивіться тільки шльоп у них, о, думаю, це вже. Так, ну що, приїхали? Що воно таке, я думаю, що? Родной, як ти тут? Живий, здоровий, ти живий, вроді ще. Ось є світ. Угу. Ой, мама мия, гля. Андрюха, он еще сейчас вылетит туда. Слышишь, закрывай эти двери. Двери. Темно, ничего не видно. Не видно, давай, закрывай двери. Надо его как-то взять, это самое. Закрывай двери, а то еще вылетит туда. Любой, здоровый, хороший мальчик. Мы тебя откормим, вылечим его. Кинь его туда. Как кинь, я боюсь. Вон, я хочу туда его кину, вон, в клетку. Так а как его взять, я не знаю. Ну, клетку неси сюда. Ой. Сюда клетку неси. Хорошо. Буду снимать, а ты будешь брать. Ну хорошо. Ну, что надо делать? Да смотри вот так, смотри сюда. Вон, видишь, там красная горит запись. Хорошо, ты же канал. Запись горит? Да. Вот, снимай его. А сейчас что-то возьму такое. Чем его взять? Снимаешь? Угу. Смотри, чтобы у него снимали. Вот это хыч. Угу. Во, теперь головой клетку. Угу. Хороший, толстенький. Ну что. Угу. Голуби откормленные. Сними его хорошо. Угу. На. Угу. Будем репортаж. Угу. Ну вот и все, вот он приехал, этот самый наш красавчик. Угу. Не бойся, не бойся, мы тебя покормим завтра, водички, сейчас водичку тебе поставим. Красавчик, красавчик, скушал голубка, сейчас ты сытенький. Пьяненький. Пьяненький, не говори.